Да Каян может сейчас свет давать такой крутой. А, у них еще ЕБР есть. Это не очень хорошо. Ту-ту-ту-ту. Кстати, СМ какой маленький по сравнению с этим танчиком. Такой широкий пипец, как... Какой-то этот... Как он называется? Капитан Америка. Капитан Великобритания. Т-95, конечно, по сравнению с Т-95, конкур уже не такой большой и широкий. Мне надо доехать. Надо доехать. Надо доехать. А фугасом? Ах ты же злодей-то. Ну сейчас я тебе... Твой фугас в задницу запихаю. Сейчас, подождите. Сейчас я голду заряжу. У меня покруче фугаса есть кое-что. Называется подкалибер. А вот так вот и сухо. А тут уже сложновато что-то делать. Тебе надо бежать. Нет, ухо уехал. Подлый трус. Подлый трус. Ну что ты думал? Получил я один раз фугаса. Больше так не проканает тема. Надеюсь, ухо вылезет. Что-то, наверное, не вылезет. Значит, у них там замес какой-то мощный. С АМХ-50-100 он его вообще прессингует там. Бедняжка ухо уже засомневался, стоит ли ему вообще куда-то там ехать. Блеск у нас там. Все тяжики у нас тут. А справа никого нету. А что-то все стихло. Вся война. Вся война закончилась. Е-75ТС. Ага. Так, что-то надо думать, слушайте. Что-то тут мне не нравится все это. Заваруха. О-о-о-о. В чердачок, в чердачок, в чердачок, в чердачок. Объект сразу посидел и подумал, что да ну его в задницу. Поеду-ка я отсюда на своей имбе. Не, ухо так и не вылазит. Блин. 92 уже там ездит. А кто у нас тут? 53 ТП поехал? А, там и СМ, да? Мне бы туда бы подъехать, может быть. Ну, блин, не знаю. Я как... Пока что-то там Е-75. Еще и в простреле оказаться. Ну, давайте пока постоим. Сейчас, может, еще перестреливаемся. Может, 53 ТП поехать. Ну как-то у 50-100 тут получше прострел, как будто. Он его валивает и валивает. Валивает и валивает там кому-то. Я вообще что-то стою тут в сторонке. Непонятно, что я делаю тут. Т-49 уже туда поехал. Надо заезжать. Надо заезжать, да. Поехали. Потом на голду... Ой, на ББшке опять переключимся. Правда, у нас справа что-то не очень. Блин. 430-й там. Убивает Т-44. Где там этот-то парень? А, и Сэм уже приехал сюда. Penetration. Penetration. Обожаю, когда penetration. Слышу penetration, прям замечательно мне становится. Становится замечательно. Penetration. Так, сейчас penetration будет мне, походу. Потому что еще тут Е-75 уже не зол на меня. Что я ему влупил так. В бочину. Нет. Penetration мы опять ему сделали. Надо отчаливать отсюда. Арта-то все-таки есть у нас. А, Т-92 у нас есть. А сейчас, наверное, Т-92... Поедет к нам взаду, в задницу заезжать. Т-95 его убивает. Надо возвращаться. А совершенно точно вам говорю, надо делать ноги. Братик, поехали туда. Поехали туда. Надо спасать бедняжку. Сейчас затюкает его. Заматюкает, точнее. Тюками закидает.
Блин, надо было раньше ехать, конечно. Все было просрато. Все было просрато. А кого там палить-то? Надо вот этого пацана. Да господи, куда вылетело вниз-то? Почему? 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 Нет, Т-95, надо отдать ему должное, держится. Как настоящий мужик. Даже учитывая, что его там закидали тюками, он держится как настоящий мужик. Угу. Стерви. Стерви умер. Надо проезжать сюда. 4. 4. Ну, вот как-то так вот. Вот как-то и поиграли. 430-й. 257-й. А, блин. Они сейчас же и там поедут. Они сейчас со всех сторон полезут. Невозможно будет остановить. Надо тут почекать тоже. А, вон уже едет парниша. Гадам. Нет, пробил он меня. Арта даже скинулась по мне. Да стой, стой, дай, 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 я уеду, господи. Куда ты попёрся? Да назад, назад, назад. Блин. Конвой, конвой. Да пушку не туда начал я крутить что-то. Да господи, уже крутись быстрее. Вечную, целую вечность она уже поворачивается. АМХ пролетел просто туда и все. Начал мочить всех. Угу. А Т-28 прототуп? А, нет, Т-28 прототупа я уже не попаду. Да иди в задницу, я пока сейчас развернусь, целую вечность пройдет. А, ну все, короче. Да. Вот так вот. Прототуп, конечно, приехал зад, это хорошо, но... А я бы не успел. Большой Биг Бэк Кок меня убил. 3 АБИБИКИ. А Т-15 хороший танк. Чудо, удача придет к тебе. Александр, приятно, что ты еще со мной. Сейчас нагнем, давай, на Т-15, окей. Я чую, удача прям летит. О, смотрите, ФВ накидал больше всех тут.